Всем доброго дня, доброго утра, у меня утро. Сегодня такое солнечное утро. Давно я его таким не видел, с утра прям. Я обычно ну, 6-6-10 выбегаю на пробежку. И солнышко не видел, а сегодня прям... В промежутках солнышко было, светило на меня. Я прям на полпути где-то остановился, подышал солнышком, наполнился. И с утра такое пришло, что нужно все-таки рассказать, потому что в комментарии пишут на тот пост, где я выложил фотографии интимного магазина 18+. Магазин для взрослых, да? Для больших детей. И хочу рассказать именно вот про чувствительность, да? Как влияет чувствительность? То есть, что? Как влияет чувствительность на всю нашу жизнь, да? Точнее, все аспекты на нашу чувствительность, да? Интимные магазины, там, кино, прогулки. Такие вот. Короче, я... Вышел из потока, много всего так хотел сказать, и как только включил видео, я видео стараюсь вообще никогда не редактировать, не вырезать, ничего. Как идет, так идет. То есть, и вот сейчас немножко вылетаю, наверное, из потока, из того, что я хотел сказать. То есть, давайте представим, что... Все, что мы считаем обогащением нашей интимной жизни, да, чувствительности, в корне может вообще быть неправильным. Но вот представьте, да, что вот, что такое чувствительность, да, чувствительность — это то, с чем мы родились, это природность, это то, что создано природой, да? Это мы, допустим, фрукты, овощи, там, деревья и все остальное, да? И вот давайте представим, что вот есть фрукты, да? Фрукты, которые мы кушаем. Мы их ощущаем вкус, да, ощущаем вкус, допустим, у банана, у яблока, апельсина, да. Вы, наверное, встречали такое, да, ну, скорее всего, все проходили через это. То, что когда мы сначала фрукты едим, мы больше ощущаем аромата, вкуса у этого фрукта. А давайте представим, что сначала поедим гиперсладкое, да? Это шоколад, сгущенка, мед, сахар. То есть тот продукт, который насыщен концентрацией сахара, да? Сахарозы. И после этого попробуем обратно фрукты, да? Те, которые мы до этого ели, они казались нам очень сладкие, вкусные, ароматные. А после концентрированного сахара, да, после концентрированных продуктов, те апельсины, яблоки и бананы, они, если не в половину, то практически на 90% теряют те вкусовые качества, которые мы испытывали до этого. И вот так же работают интим-магазины, те вот эти вот
вибраторы или обогатители вот этой как бы чувствительности, да, они наоборот притупляют чувствительность. И вот за счет этого эффекта, что мы перенасыщаем наше тело вот этой чувствительностью, перенасыщение идет, да, и когда мы идем, допустим, в чувственность, да, в проникновенность, в ощущение, мы уже не чувствуем этого. Тончайшие вот эти, тончайшие, как сказать, тончайшая чувствительность, она пропадает. То есть, да, возрастает вот эта вот агрессивная чувствительность, где мы... То есть вот это вот, где мы гонимся за яркими наслаждениями, за ярким оргазмом, там, ярким, таким вот всем ярким, да. А получается это наоборот, то есть я благодаря своему опыту, благодаря тантре и практикам различным, после этого начал ощущать сексуальные отношения совершенно по-другому. То есть, как это можно, да, представить? Как это объяснить тем, кто не испытывал этого, да? Но это как рассказать о каком-нибудь шикарном фильме своими словами, да, не посмотрев его. Это очень сложно донести то, что ощущаю я, да, в таких взаимоотношениях. Но это можно сравнить, наверное, с тем, что ну, как предположим, да, когда мы куда-то бежим, и вот мы там завтрак, обед или ужин наложили себе, да, купили там или в кафешке, или дома, и быстренько раз-раз ложкой помотали, и мы вообще, можно сказать, не прочувствуем, не попробуем, не ощутим всего, всей радуги вот этих ощущений, да, пищи. И когда мы в спокойной обстановке, да, когда мы размеренно сидим, когда мы, предположим, может даже лучше одни, да, или вдвоем, когда мы сидим, никуда не торопимся и потихонечку вкушаем, да, сначала там, допустим, клубничку, потом кусочек бананчика, потом кусочек огурчика, то есть мы это все размеренно и с более проникновенным вкусом это едим. И вот почему, да, многие замечают, что еда становится вкуснее именно тогда, когда мы не торопимся, когда мы вкушаем еду не торопясь и прожевывая каждый кусочек до кашицы, а не кусками глотаем, как будто мы это куда-то торопимся, там, голые наебли, да? И вот про это я хотел бы рассказать подробнее, но как про это можно рассказать, когда человек это не ощущал, да? Точнее, как можно это донести, когда человек не ощущал? Ну, лишь бы как сравнениями, да, сравнениями с чем-то, то, что уже человек ощущал. И вот интимные магазины, вибраторы, как я понимаю, что они дают концентрацию чувств, которые постепенно не раскрываются, а наоборот притупляются. И мы хотим еще, покупаем еще какие-нибудь вибраторы, покупаем еще какие-нибудь костюмы, еще какие-нибудь плетки. То есть мы постоянно насыщаем свою сексуальную жизнь какими-нибудь предметами, да? Думаем, что раскрываем чувствительность, а мы наоборот ее притупляем. Ну вот
сравните, да, то есть раньше вам в детстве, там, ну не в детстве, а в юношестве, да, малейшее прикосновение мужчины, там, женщины, ну, если вы женщина, то мужчина, да, если мужчина, то женщина. А малейшие прикосновения были настолько яркими, что они до сих пор тело еще помнит и хочет этих ощущений. И что сейчас, да, это не с возрастом притупляются чувства, а это с нашим опытом, с тем, что мы на себя уже наложили, да. И вот эта вот порнография, которую, скорее всего, все смотрели, как раз вот про затупление чувств. То есть там вот это чпок-чпок-чпок, это вот резкие движения, много партнеров. То есть все в таком драйве, все в таком... Там нет развития чувствительности, там наоборот идет обогащение. То есть обогащение — это притупление. То есть чем меньше мы ощущаем, как бы наоборот, да, чем меньше мы ощущений получаем, тем чувствительность выше поднимается. То есть она начинает трансформироваться, то есть она начинает чувствовать мельчайшие и мельчайшие подробности. То есть вот даже вот прикоснитесь пальцу к пальцу, да, чуть-чуть прикасаясь, да, и постепенно, когда вы будете практиковать это, чуть-чуть прикасаясь к коже, да, у вас ощущения начнут проявляться с такой силой, что тело захочет этих прикосновений еще гладше, еще мельче. И вот такое вот, да? Ну, там нет чувствительности, нет любви, нет тантры, нет вот этого вот всего. То есть чувствительность, она развивается тогда, когда мы вообще практически ничего не чувствуем, да? И тело начинает как бы взращивать вот эту чувствительность, чтобы ее ощутить. И вот этот эффект, когда она взращивает чувствительность, это как взращивать иммунитет, да, без таблеток, да. То есть, когда мы таблетки глотаем, мы иммунитет приглушаем, и потом без таблеток вообще практически не можем, да, все болезни начинают прилипать. Также и с чувствительностью, да. То есть, чем меньше мы ее активируем, тем больше она становится. Это парадокс просто. Я сейчас вот прям в потоке дошло, то есть как это все работает. И сейчас на меня светит солнышко. Благодарю. Сегодня оно такое яркое, чистое небо. Наверное, будем уже заканчивать. Время уже больше 10 минут. Ну вот, я вкратце рассказал, что такое чувствительность и как она притупляется, и как она обогащается, да? Если будут еще какие-то вопросы, пишите в комментариях. Обязательно постараюсь записать более подробные видео еще на какие-то вопросы, да? Ну и у тех, у кого мое видео вызвало негатив, вызвало какое-то непонимание, ну это, скорее всего, вы под эгрегором, да, под другим эгрегором. Я бы не сказал, не называл бы это демоническим там или каким-то темными силами, да. Это не есть ни хорошо, ни плохо. Вообще ничего в жизни нет хорошего или плохого. Мы сами к вещам, к своим действиям можем привязать, что такое плохо, что такое хорошо, да? Если в детстве сексом заниматься плохо, то там в совершеннолетии это хорошо. Ну, это такой вот такой менталитет у нас, что если ты работаешь на грязной работе, это плохо. Если на вкусной и любимой работе, там не вкусной, а хорошей работе, то это хорошо, да? Почему это расценивается так, да?
на все мы накладываем какие-то ярлыки, да? Ну ладно, это уже другая тема. Мне пора уже бежать на работу. Благодарю всех, кто слушал, смотрел. И всех тех, кто напишет комментарии. Всем пока.